Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Tasyapi. Bhagavan Esha Sakshad Brahma Mayo Hari Amshashena Chatur Dagat Putratvam Pratita Surai Rama Lakshmana Bharata, Shatrughna, Iti Samgyaya, Tasyapi Bhagavan Esha, Sakshat Brahma Mayo Hari, Amshashena Chaturdagat, Putratvam Partita Surai. Rama Lakshmana Bharata Shatubna Iti Samgaya Tasyapi Bhagavan Esha Sakshat Brahma Mayo Harihi Amsashena Chaturdhagat Putratvam Partita Surai Rama Lakshmana Bharata Shatubna Iti Samgaya. Tasya, of him, Maharaj Dasarath. Api, also, также Bhagavan, Верховная Личность Бога. Эйша, all of them. Все из них. Сакшат, directly. Напрямую. Брахма Майя, the supreme Парабрахман. Верховный Парабрахман. The absolute truth. Верховная истина. The supreme personality of Godhead. Верховная Личность Бога. Amsha Amshena, by an expansion of a plenary portion. Путем экспансии своей части. By fourfold expansions. Четыре экспансии принято. Sunhood. Некоторые. Being prayed for. Surai. By the demigods. Полубогами. Rama, Lord Ramachandra. Господь Рамачандра. Lakshmana, Lord Lakshmana. Господь Лакшмана. Bharata, Lord Bharata. Господь Бхарата. Shatrughna, and Lord Shatrughna. И также Лорд Шатругна. Iti, thus. Таким образом. By different names. Под разными именами. Translation. Перевод. Being prayed for by the demigods, the supreme personality of Godhead, the absolute truth himself, directly appeared with his expansion and expansion. Верховный Господь, сама абсолютная истина, явился на землю, сопровождаемый своей экспансией и экспансиями экспансий. Их святые имена — Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна. Эти прославленные воплощения Господа появились в облике четырех сыновей Махараджа Дашарадхи. Комментарий. Господь Рамачандра и его братья Лакшман, Бхарата и Шатругна относятся к категории Вишну-таттвы, а не Джива-таттвы. Верховная Личность Бога распространяет себя в бесчисленные множество форм. Хотя все они одна личность, Вишну-таттва проявляется во множестве образов и воплощений, как утверждается в Брахма-самхите 5.39. Господь приходит в разных обликах, как Рама, Лакшман, Бхарата и Шатругна.
и другие воплощения, и все они могут появиться в любой части Его творения. Эти воплощения вечны, и они всегда существуют как отдельные личности, проявления Бога. Они подобны свечам, которые светят одинаково ярко. Господь Рамачарда, Рамачандра, Лакшмана, Барата и Шатругна, равные в своем могуществе Вишну-таттве, откликнулись на молитвы полубогов и пришли на землю, став сыновьями Махараджи Дашаратхи. Таким образом, здесь Господь является, отвечая на молитву полубогов. И полубоги молятся, потому что что-то не идет не так. Обычно полубоги, они не молятся, когда все идет хорошо. Что-то должно быть не так, тогда они отправляются к Господу. Это преданные тоже преданные. В трудностях они обращаются к Господу, а демоны означают, что когда есть трудности, они делают другой план. Когда снова трудности, еще один план. Они подошли, обратились к Господу, потому что Он верховный правитель, творец, судья, и они поклоняются Ему в аспекте Параматмы. В облике Параматмы Он управляет всем. Вселенной, поддерживает их, следит, чтобы все действовало нужным образом. Вот этот аспект — это те люди, которые следуют религии, когда у них есть какие-то материальные просьбы, они реализуют аспект Параматмы, но выше этого они не поднимаются. Выше этого означается, что Господь, Он как Личность, у Него есть свои собственные желания. Но если мы практикуем религиозный процесс, что мы рассчитываем получить благо от этого, и Бог нам это даст, да, у нас есть вера в Бога, мы обращаемся к Богу в подчиненном положении, но Бог исполняет наши желания. Да, это хорошо. Таковы правила, мы им следуем, но суть следования правилам такова, что мы получаем благо. Таким образом, они видят Бога как Бога и только, не как Личность. Да, Он Личность, у Него есть правила, но это то, где их восприятие Бога заканчивается. Они не озадачиваются тем, почему эти правила существуют. Ничего не говорится о том, что Бог как Личность, по каким правилам Он взаимодействует с преданными. Нет, просто религиозные люди, они воспринимают Бога в ракурсе, что мы можем получить с этого. А в преданной традиции воспринимают Бога как Личность. В других религиозных традициях Бога воспринимают максимум как Параматма. Но мы видим, когда Господь приходит, Он приходит как Личность. И Он делает все, как Ему нравится, как Личности все делает. И в этом, здесь он, в этом настроении Марьяда. Марьяда — это значит тот, кто следует правилам. Следовать правилам — это иметь определенный вкус. То есть устанавливается гуна благости, есть определенная формальность. И делая это, человек ощущает себя хорошо, это хорошая вещь. И тогда вот этот Господь, ему нравится испытывать этот вкус. И когда ему нравится испытывать этот вкус, он приходит как Господь Рамачандра. Это разное положение. То есть если вкус сладости, формы, деятельности, взаимодействия с преданными, тогда он приходит как сам Кришна. Но когда он хочет насладиться аспектом правил, следуя авторитета, тогда он принимает умонастроение Рамачандры. И тогда он приходит со своими братьями. Лакшман — это его экспансия. Барата и Шатругна — это экспансия Лакшмана. Поэтому здесь и говорится, что экспансия и частичная экспансия. Таким образом, он заботится о разных аспектах вот этой игры.
Because then you have that complete aspect. Вот эти четыре, они проявляют этот полный аспект. Четыре разные аспекта личности, они все присутствуют. So the that of I see. Oh, what is it? Dhiro Dutta, Dhiro Lalita, Dhiro Prashanta, and Dhiro Dutta. So then he takes these, you know, different forms. He has a major aspect of the, it'll center around a particular mood. То есть в какой-то игре концентрация происходит на определенном настроении. Но в этом есть тоже определенные вариации, и Господь наслаждается отношениями с преданным вот в этих всех вариациях. И Господь Рамачандра, доминирующий элемент — это Дхира Прашанта, то есть цель. Совершенство — это следуя правилам должным образом, делая все совершенно. То, что человек должен делать, вот это настроение, это как садаки, мы, это то, чего мы пытаемся добиться, как все делать правильно. И это его настроение Господа Рамачандры. И от этого уже исходят аспекты, поддержку этому Бхараты, Лакшмана и Шатругны. Это как деятельность совершается, результаты, которые вы достигаете, умонастроения, в которых вы должны действовать. Таким образом, происходят замечательные лилы. Вот этот аспект человеческих игр, это то, что предпочитает Кришна как Бхагаван. Он Бог. И Он вечно Бог. И все эти формы, они всегда присутствуют. И все эти безграничные, из всех этих безграничных форм и лил особенно нравятся ему человеческие игры. Потому что Бог появился первым, затем уже мы. Бог был уже, затем появились мы. То есть, с другой стороны, Господь приходит, чтобы являть эти человеческие игры, чтобы привлекать умы людей к Нему. То есть, Он делает разные, убивает демонов и все остальное. И вот эта комбинация, она, Его лил, она очень привлекает всех. Господь пытается привлечь живые существа к взаимодействию с Ним лично в их вечных отношениях. Потому что мы ниже этого — это просто религиозность. И религиозность, она ничего общего с вечными отношениями не имеет. Она в помощь, но она останавливается просто на получении чего-то от Бога. Когда речь идет о рае, когда-то слышали, чтобы люди, которые говорят много о рае, чтобы они много говорили об отношениях с Богом в этом рае? Нет. Там говорят о разговаривающих животных, что дочка твоя будет играть со львом, катается на лодках по красивым озерам, наслаждается садами и всем остальным. Об этом много разговора, но об отношениях с Богом вообще не упоминается. Поэтому речи об отношениях с Богом нет. Да, Бог — это босс, мы его удовлетворяем, и он нам дает все хорошее. Да, это благочестиво, они принимают Бога. Но все еще есть много шагов вверх, которые можно сделать. Это отношение с Богом как с личностью и взаимодействие с Ним с этого положения. И здесь мы видим, что Рамачандра, он делает это очень доступно. И это настолько доступно, что его армия, они вообще обезьяны. Даже они могут приходить и тусоваться с Господом. Там также есть медведи, но тайгеров, тигров нет. Обезьяны и медведи. Наверное, тигры, они более страшные, поэтому их там нет. Итак, он очень привлекательно совершает свои игры. Но это не так, что он не делает чего-то великого. Прабхупад говорит, в истории было два великих сражения. Все остальное маленькое. Это битва на Курукшетре и даже большая битва
Это Рама Сраваны. So these, you know, it's something that still today people are talking about, right? Это то, о чем даже люди до сих пор разговаривают об этом. 5000 лет назад игры Кришны, Махабарата все еще прославляют, и люди говорят об этом. Они любят слушать эти истории. Но теперь Рамачандра, он был миллионы лет назад, и все равно люди наслаждаются историями об этом. В этом суть, что когда Господь приходит совершать свои игры как личность, они настолько привлекательны, что люди вечно говорят о них. And so that position, That's what's available. И вот это положение, вот это то, что доступно. Есть детали лил, которых он не упоминает. Он говорит, что он пришел из-за молитв Господа. Он отправляется в лес из-за обета своего отца, из-за преданности к Сите. Он ищет ее, и со своими спутниками, обезьяны, Хануман, Сугрива, они отправляются, и с преданностью сражаются за это. Это все, вокруг одни преданные, в его лиле все посвящено взаимодействию с преданными. Это не то, что он Бог, и все вокруг этого. Нет. Это не главная особенность. Он посвящает все взаимодействие с преданными. И преданные, они оценят, и кто наблюдает это, имеет возможность оценить больше по достоинству Кришну, Рама как личность. Рамаяна дает много деталей и аспектов в этом ракурсе. Здесь говорится, что также, что Господь, Он беспокоится, заботится о преданных. Но это все посвящается взаимодействию Господа и Его преданных. Вопросы, комментарии? Yes. Yeah, the microphone's coming. I heard that Lord Krishna comes once in the day of Brahma, and Ramayana takes place every Chaturyuga. So it means just Ramachandra has more pastimes. Это что означает, что Рамачандра больше? Кришна, он изначальная личность Бога. Он приходит в один день Брамы. Но аватары Кришны, совершаемые лилы, игры, они приходят каждую Двапара-югу, и каждую Трета-югу приходит Рамачандра. Но только один раз в день Брамы, это будет Параваста, изначальный Кришна, и Рамачарна, и Рамачандра также в этом положении. И после этого приходит Господь Чайтанья. Все остальное они принимают больше настроения Вайкунтхи. Да, будет сладость, Марьяда, все будет, но не будет аспекта Свайам. Кришна распространяет себя. Они все имеют одинаковые качества. Обычно, когда он экспансирует как Нараян, он проявляет 60 из 64 качеств Кришны. Это не так, что эти четыре вообще не присутствуют, они просто, их не проявлено особо в этих лилах. А у Кришны есть четыре больше, на четыре больше. Есть пять божеств, у них есть те же 64 качества, но они... А, то есть они совершают также игры, но не на ту полную глубину, как Кришна сам бы это сделал. Это Кришна, Баларам, Нрисимхадев и Господь Рамачандра и Господь Чайтанья. Это они известны как Параваста. То есть в эти дни это больше фестиваля, больше поста, потому что эти пять — это основные. Каждую йогу аватара приходит, и это будет Рамачандра или Кришна.
Но когда приходит Сваям Кришна, это один раз в день Брахмы. Something else? No? Yes. Hare Krishna. Maharaj, please could you elaborate on the full personality in fact of Krishna mentioned in the devotion in relation to the Пожалуйста, можете вы объяснить больше отношения Кришны, Рамы и Лакшмана? Всегда есть аспект Васудевы. Это центральная фигура. Это божество, совершающее игру. И затем это игры, поддержанные Санкаршаной Прадюмной и Нирудхой. Потому что если вы хотите сделать что-то, допустим, вы хотите что-то сделать, то есть совершение этой деятельности, опыт, который вы получаете во время деятельности, то, почему вы это делаете, это основная вещь. Но сейчас, чтобы это сделать, вам нужна ситуация, возможности определенные, какая-то деятельность, которую нужно совершить, чтобы получить результат, который вы хотите. Поэтому игра может продолжаться, тогда ситуация, энергии, деятельность определенная, провести все определенные результаты, чтобы все это было оценено по достоинству. Это все делается Санкаршан Прадюмной. Поэтому ситуация и энергия — это Санкаршан. Прадюмна заботится об умонастроении в этом всем, и Прадюмна отвечает за какие результаты ты можешь получить. Потому что вы ощущаете результаты. Поэтому ощущение находится над определенным результатом. Поэтому есть определенная ситуация, это Санкаршан. С определенным умонастроением вы применяете это все, это Прадюмна. Затем вы получаете результаты, это Нируда. И вся суть в том, это все для того, чтобы удовлетворить Васудева. Поэтому Васудев совершает лилы, как Рамачандра, он в царстве. Но нужно царство, нужны все, что с этим следует, деятельность, умонастроение, цели. Он царь, нужно поддерживать царство. Это цель — поддерживать царство, защищать людей в этом контексте. И Рамачандра совершает свои игры в этом окружении. Или, например, он идет в лес. Для этого вам нужен лес. И деятельность, которую можно делать в лесу, результаты, которые можно там получить, чтобы Рамачандра мог этим наслаждаться. Или как сражение. Нужно поле битвы, нужны люди, которые вовлекаются, деятельность на поле битвы, умонастроение на поле битвы, рыцарское умонастроение. Это умонастроение не сильно проявляется в других обстоятельствах. Нужен результат, победить оппонентов своих, установить дхарму, это Анируда. Эти три, они поддерживают игры Васудева. Итак, Рамачандра, он в позиции Васудевы. Лакшман — это Санкаршан. Бхарата — Прадюмна, и Шатругна — это Анирудха. Yes, okay. So then when you have the, когда у вас есть Вироддата, это аспект Васудева. Дира Лалита — это аспект Прадюмны. Дир Прашанта — это Анирудха. Дироддата — это Санкаршина. Все они принимают участие, но есть основной аспект, и в этом есть подразделение. И так как все Кришна, все экспонирует из Кришны, все остается частью Кришны, это проявление Кришны, и это означает, что это все будет иметь природу Кришны в меньшей степени, но, например, есть куча глины. И теперь я делаю горшок из этой глины, и количество глины очень маленькое,
но все равно есть природа глины. Но это только маленькое количество в горшке. Поэтому есть экспансии, энергии. Все равно можно видеть его природу, проходящую линии через все это. Но в то же самое время он находится выше всего этого. Он все равно остается сам собой, как личность. И он экспонирует, чтобы поддержать это. Yes. I just wondering this morning what will be good prayer to pray to Lord Ramachandra, what he can do. Какова самая была бы подходящая молитва Господу Рамачандре? Я подумал об этом. Means Ramachandra means Krishna. Рамачандра — это Кришна. У него просто это настроение, что он функционирует в играх Марьяда, в настроении Марьяда. То есть мы должны оценивать по достоинству эти игры. Здесь дальше упоминают, что вот он является. Рамачандра совершает свои замечательные игры, чтобы поддержать обет своего отца, он отказался от царства. И он пошел своими стопами в лес, которые настолько нежны, что они, даже это, Сита боится повредить их, когда ложит себе на грудь. Дальше описывается коротко игры Господа Рамачандра. Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravana to kill him, like a fire devouring a forest. May that supreme Lord Ramachandra give us all protection. То есть описываются игры Господа Рамачандры, и потом молитва звучит, что пусть он даст нам защиту. Когда молитвы Господа Чайтани происходят, Рама Рагава, Рама Рагава, Ракшамам. Это означает «защити нас, пожалуйста». Защита означает ум, тело, речь, социальные элементы, что они всегда задействованы в служении Господу. Вот это настоящая защита. Потому что если на любом из этих уровней то они поддерживаются, но это не для сознания Кришны, в чем тогда нужда? Суть защиты состоит в том, что в любых обстоятельствах мы будем способны поддерживать сознание Кришны. Если мы молимся об этом, тогда Кришна позаботится обо всем, чтобы устроить это. Поэтому мы фокусируемся на нем, а он позаботится о нас. Okay. Elaborate on the attraction that the sages at Dandakaranya had for Ramachandra. Могли бы вы объяснить привлечение мудрецов Дандакарани, что они родились потом как гопи? When you're dealing with когда вы имеете дело с этими полными формами Господа, у вас есть больше рас, которые доступны. Почему Вишну на Вайкунтхе он не должен проявлять так много потенции? Потому что ум настроение преданных к нему в этой форме почтения и благоговения. И в этом находятся Дасья и Шанта. У них нет рас выше этого. Потому что расы выше этого должны иметь сладость. Поэтому на Вайкунтхе это величие. Поэтому эти настроения, они не проявляются в этих божествах. Но когда доходит дело до Галоки,
Тогда на Галоке есть добавление сладости к аспекту величия. Тогда получается Дварука, Матхура, Айодья, Шветадвип. Вот эти аспекты — это части Галоки. Это человеческие игры. Тогда как на Вайкунтхе — это не человеческие игры. Он — Бог. Это более к кшатрийскому настроению. И когда вы попадаете, доходите до Галоки, там присутствуют другие три расы, в зависимости от того, где они в большей или меньшей степени проявляются. И здесь в Айодхе вы видите, четыре расы могут проявиться очень хорошо, но супружеская одна жена, и все. Это не сильно много разовьется. Но, будучи Паравасто, это полная личность Бога. Поэтому этот аспект все равно присутствует, это влечение все равно присутствует. И поэтому мудрецы, имея это влечение к нему, но как Рамачандра, он не мог ответить им в этом настроении. Потому что он уже отвечает так, будучи Кришной. Поэтому благословениями Рамачандры они появились в Раджи, как части вот этих враджа, групп Враджа-гопи. То есть он в определенном настроении, то, как вы взаимодействуете. Как, например, вы играете спектакль. Поэтому все должны взаимодействовать с вами в соответствии с вашей ролью. И нельзя просто что-то другое делать. Например, это во время драмы, это не так, что Иуда встает и начинает петь главную песню. Нет, Иисус Христос встает и начинает петь главную песню. Поэтому здесь Кришна, он рассчитывает испытать определенный аспект марьяда. Поэтому он следует всем этим правилам. Поэтому в этом случае нет особой возможности для этих мудрецов. Но при этом он все равно та же самая всепривлекающая личность Бога. У него есть аспекты эти все. А другие расы, они очень хорошо проявляются. Поэтому в Двараке есть все вот эти царицы. Но если это супружеское, есть спонтанность, тогда это врач. Зависит от определенного вкуса. Кришна — это раса, и все эти аспекты — это Он. И все аспекты эти присутствуют все время, но они принимают разные, он принимает разные формы и совершает разные игры с разными спутниками в разных местах. Он безграничен, поэтому есть безграничные проявления этих игр, но они всегда происходят. Мы в какое-то время можем видеть их. Господь Рамачандра, вот он тогда-то явился. Но на самом деле он всегда являет свои игры. В соответствии со вкусом преданного, какая форма, какой форме Господа они поклоняются? Why Rama's name is being mentioned? Почему имя Рама упоминается? Упоминается в Вишну-шастре имя Рамы, потому что это одно имя Рамы. Повторяя одно имя Рамы, вы получаете благо от всей этой Вишну-сахасранамы. Но также одно три имени Рамы равняется одному имени Кришны. То есть, когда повторяете Кришна, это означает 3000 имен Вишны. Почему об этом говорится?
Потому что когда вы имеете дело с Вишну Сахасранам, все эти имена, они проявляют его как Бога. Разные игры и все такое. Это все хорошо, но когда вы добавляете этот аспект сладости, это все становится более дорогим, и он проявляет больше своих потенций. И Кришна — это где он максимум проявляется. Когда есть вторичные имена, как Ишвара, они прославляют его как Бога. Если вы признаете его как Бога, это окей. Это хорошо. Как, например, у вас есть кто-то, у него есть мама. И он идет растет со своей мамой, со временем он вырастает, учится, становится адвокатом, работает, в политику уходит и достигает большого положения. Он великий политик, но его мама, она все равно сохраняет те же самые отношения со своим сыном. Единственное, что добавляется, что мама его так пристыживает. Ты вот премьер-министр страны, не можешь прибрать за собой носки свои, разбрасываешь по комнате. То есть он не приходит домой, его мама, она не имеет с ним отношения, в умонастроении, почтении, благоговении. Это все он получает в офисе. Когда он приходит домой, имеет дома отношения с мамой, как с мамой. В этом сладость. Быть Богом, он не должен работать, чтобы быть Богом. Он уже Бог. Там нет никакого усилия. Все его энергии обо всем уже заботятся. Поэтому он просто делает то, что он хочет делать. Потому что, например, есть быстрый, великий бизнесмен-индустриалист. У него все организовано, что он менеджеры все делает. А он сидит и в офисе играет со своим внуком. Другие люди все о нем для него делают. И вот так и Бог. У него все, обо всем заботятся. Его энергии. А вот, что он любит делать, это взаимодействие со своими преданными. Continuation, same question. So you're going to quote the next verse? Or? Okay, because he did the one before and then the verse, so then... Oh, okay. So, should we think in the line that Captain Lord Ram is begging thousands greater spiritual progress than no, but the Krishna? But I mean, what's your consideration if you're chanting Ram Nam, you're making 1,000 times? О чем вы думаете, что as a daily habit you chant Vishnu Sahasranam? Это что, у вас такая привычка, что вы, когда просыпаетесь, у вас спонтанно вы начинаете повторять Вишну Сахасранам? Это так? Что вас беспокоит? Где вы повторяете имена Вишну? Поэтому, думая, что вместо делая это, я буду теперь имена Рамачандры повторять. Где практическое вообще зерно этого всего? So the point is that суть в том, what's the point being made? В чем, что вы хотите спросить, сказать? Это речь идет не об энергии, а насколько дороги они. The accessibility of appreciating rasa is more. Доступность оценки по достоинству расы, она больше. So that's the point. So в этом суть. Если мы погружаем себя в слушание игр Господа, все, что связано с Ним, это совершенно. Есть более совершенное, есть наиболее совершенное. И суть в том, что любое имя будет принесет благо, но вы должны быть способны погружать себя в имя, игры и качества, и давая удовлетворить Кришну. Это не о нашем благе, что мы от этого отожмем, получим, а речь о том, насколько, что будет более приятно Кришне. Но если вы повторяете как садану Вишну Сахасранам,
Продолжайте это делать, но помните, что это имена Кришны. I'm supposed to announce. Okay, today, tonight, 7 p.m. to 9 p.m. Попросили сделать объявление о Раме Катхе, Большом Пандале, с 7 до 9 вечера. Будут говорить Джайапатака Махарадж и Бхактисиддханта Махарадж. Yes? Okay, that's tonight. Okay, Jai Ho. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки, Самавета Бхактивринда ки, Джай Нитай Гаура Према Нанди.